Добро пожаловать на канал Народные Советы. Сегодня я поделюсь несколькими рецептами для лечения ревматизма. А также я расскажу о правилах питания при ревматизме. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Рецепт первый. Листья и цветки желтой акации срывают, мелко режут и засыпают в банку на 3/4 объема. Заливают спиртом, настаивают неделю. Полученной настойкой натирают кожу в области больных суставов. Рецепт номер два. Рецепт из березовых листьев. Для него потребуется ворох свежих или сухих березовых листьев, которыми нужно заполнить свободные пижамные брюки перед сном. Эффект от такой сухой бани ничем не хуже, чем от парилки. Через несколько часов происходит обильное потение, и симптомы суставных болей снимаются как рукой. Рецепт номер три. Настоять 100 грамм березовых почек в пол-литровой емкости с водкой в течение 1-2 месяцев, периодически встряхивая содержимое. Схема приема. 1-2 столовых ложки 2-3 раза в день незадолго до приема пищи. Рецепт номер 4. Растопить 100 грамм сливочного масла и добавить в него столько же березовых почек. Посуду с этой смесью поместить в горячую духовку и томить там около 12 часов. Добавить камфору в соотношении 1:4 и процедить неостывший раствор. Втирать приготовленную мазь в больную поверхность по 5 минут 3 раза в сутки. А теперь поговорим о правильном питании при ревматизме. Крайне важно с первых же шагов лечения и весь дальнейший период придерживаться диеты, благоприятной для сердца и сосудов. Так как ревматизм ослабляет сердечную мышцу и вызывает отеки, то первое условие диеты – небольшое потребление соли, не более 4 грамм, а в период обострения данных симптомов и вовсе полное ее исключение. Второе условие – установление дробного режима питания 5-6 раз в сутки. Третье условие – употребляются продукты, способствующие выведению лишней жидкости. Молоко, картофель, капуста, петрушка, чернослив, шиповник, тизил, абрикосы, черная смородина, курага, инжир, финики и прочие продукты. Четвертое условие – потребление жидкости ограничивается 1 литром в сутки, не более. Из продуктов питания предпочтительными являются нежирное мясо, курятина, кролик, индейка, вареное или тушеное, нежирная рыба, карп, окунь, лещ, треска, морепродукты, креветки, мидии, кальмары, устрицы, вегетарианские супы и борщи, молочный суп, омлеты, приготовленные на пару, и яйца в смятку. Кисломолочные нежирные продукты, каши на молоке или воде из всех видов круп, макароны из твердых сортов пшеницы, цитрусовые сухофрукты, спелые фрукты с нежной клетчаткой и мягкой шкуркой. Хлеб лучше употреблять немного подсохший, вчерашний, из муки 1-2 сортов, поставив крест на свежей выпечке из дома. Из специй разрешены корица, лавровый лист, ванилин, лимонная кислота. Нерекомендуемые продукты. Жирное баранье, свиное, утиное мясо. Копченые колбасы, субпродукты, мясные и рыбные консервы. Жирную, вяленую, копченую, соленую рыбу, кроме малосольной. Мясные, рыбные, грибные супы. Жареные или круто сваренные яйца, копченые твердые сыры,
соленую бренди. Все виды бобовых, кроме гороха в небольшом количестве. Редька, щавель, репчатый лук, шпинат, соленья, маринованные и квашеные овощи. Торты, пирожные, шоколад, мороженое, оладьи, блины. Слишком острые специи и приправы. Аджика, хрен, перец чили, горчица, кетчуп, майонез. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!